Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я дома, сегодня в руках моих чашка с кофе, и в Одессе так стало хорошо, настолько прохладно, настолько великолепно сегодня. Ночью можно было спокойно спать, не находясь в жаре. Ну, правда, лето все равно не закончилось, поэтому жара, возможно, еще вернется, но не беда. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами из книги Екклесиаста, 3 главы, там, где Екклесиаст говорит в современном переводе, сказано так. «И понял я, что лучше для человека быть счастливым и творить добро, пока он жив». На самом деле, знаете, быть счастливым – это наш с вами выбор. Счастье – это не то, что ищут. Есть многие люди, которые бегут за счастьем. Им кажется, что счастье там, где их нет. Они что-то постоянно меняют. Они меняют работу, меняют место жительства. У меня были одни знакомые, которые... Они постоянно меняли место жительства. Им казалось, что счастье там, где их нет сейчас. То они жили в одной части города. Потом они переехали в противоположную часть города. Потом они поменяли страну. Потом в той стране они поменяли много городов. Но так счастливыми и не стали. Потому что счастье – это что-то, что находится внутри нас. Счастье – это то, что Бог помещает внутри нас. Это то, что тот выбор, который мы с вами делаем. Я выбираю быть счастливым. И это мое решение. И вне зависимости от обстоятельств, я счастлив, потому что я знаю Бога и следую за Ним. И вторая часть этого стиха, она также очень важна. Делать добро, пока жив. Есть многие люди, которые, к сожалению, знаете, живут как считают нужным и делают то, что считают нужным, и ждут того последнего момента своей жизни для того, чтобы начать делать добро. Но знаете, нужно делать добро всю свою жизнь. Пока мы живы, пока есть время, делай добро. Видишь кого-то нуждающегося, помоги ему. Видишь какую-то проблему, реши ее. Делай добро. Будь благословением для окружающих. И я хочу тебе сказать, будут люди тебя любить. И даже если не очень тебя будут любить. Главное, что Бог об этом скажет. И главное, что Бог об этом подумает. Пусть Бог благословит вас. Хорошего вам дня с Господом.